Итак, здравствуйте, с вами Максим. Поскольку я новичок, то я засниму только одно видео. Но я вам покажу, как сделать портал в край. Вам не обязательно его искать. Для этого вам понадобится ведро лавы, потом глаз эндермана и портал, эндпортал. И еще вам понадобится камень. Но еще я вам буду показывать, как построить портал в ад. Для этого вам понадобится обсидиан и зажигалка. Итак, вначале мы берем камень и ставим три блока в ряд. То есть примерно вот так. Потом мы делаем вот так. Раз. Вот теперь мы ставим. Раз, два, три. И с другой стороны также. Раз, два, три. Так, теперь мы подлетаем вперед и делаем так же, как и со всеми остальными станками. Так, и выходит у нас вот такая конструкция, как коробочка. Как маленькая-маленькая коробочка. Теперь мы роем яму в этой коробочке. Мы делаем ямочку глубиной в один блок. То есть вот так. Потом мы берем портал и ставим на все камни. Все при все. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, теперь мы разрушаем все камни. Вот. Так, теперь мы подходим с другой стороны. Раз, два, три. Вот. И потом мы разрушаем еще одну сторонку. Вот. Так. Затем еще одну стенку и все готово. Затем мы разрушаем один блок. Вот. Все готово. Конструкция у нас должна выйти вот такая. Так, теперь мы заливаем в ямку, которую мы сделали, лаву. Не понял. Лава не хочет заливаться. Удивительно. Ну ладно, иногда такое бывает. Вот. Ну ладно, я на время отключусь. Вот. И, ну, в общем, вы пока что постройте вот такую конструкцию, а потом будьте готовы. И я вам покажу вторую часть.